9 и 10 октября в спортивной школе имени Героя России Олега Охременко прошел чемпионат Омской области по рукопашному бою в памяти сотрудников спецподразделения Алексея и Сергея Вяткиных, в рамках которого также состоялось первенство региона. Всего в рамках турниров на ковер вышли более 400 спортсменов из 20 клубов и школ. Первыми в борьбу вступили ребята 8-9 лет. В этой категории лучший результат показали рукопашники клуба «Сатурн Профи». Я увлечен рукопашным боем. У меня крутой тренер. Ну, я выиграл первое место. У меня получалось боковой влево и боковой вправо руками. Ну, ногами я в корпус бил и хорошо провел бой. В перерыве между поединками состоялась церемония открытия. Почтить память героев и поддержать участников соревнований пришли почетные гости. Ярких поединков и новых побед спортсменам пожелали заместитель министра спорта региона Иван Колесник, чемпион мира по ММА и основатель школы единоборств «Шторм» Александр Шлеменко, начальник следственного управления Следственного комитета России по Омской области Сергей Вяткин. Те соревнования, которые носят имя погибших наших героев, военных, сотрудников правоохранительных органов, они стоят отдельной линейкой очень важных событий. Сегодня у детей, у выступающих есть перед глазами хороший пример тех мужей, которые встали на защиту Родины для того, чтобы у нас в целом в стране было все хорошо и никто не посягал на наши суверенитеты. Поэтому, конечно, очень важно поддерживать такие соревнования. Бойцы продемонстрировали разнообразную технику. Прибавили в мастерстве рукопашники сразу трех спортивных школ – первой, 30-й и школы развития единоборств. Также высокий уровень продемонстрировали воспитанники школы «Шторм». Эта версия, она больше настроена на ударную технику. И оттачивается именно ударная техника. Для молодых она лучше тем, что здесь контакт не особо жесткий. То есть здесь мягкие перчатки, здесь больше работа идет на скорость. Лидеры по числу побед – клубы «Десантник», «Сатурн Профи» и «Аскен». Бойцы «Десантника» выиграли командное золото в четырех возрастных категориях. Турнир посвящен памяти героев. Я сегодня очень хорошо выкладывался в честь турнира. И у меня сегодня получались комбинации руки-ноги и борьба. И заканчивал комбинацию болевыми приемами. Все отличившиеся спортсмены представят наш регион на первенстве Сибирского федерального округа, которое пройдет с 19 по 21 ноября в Новосибирске.